Привет, стримаши. Это вторая часть обзора еды, как бы экономии. Определенной экономии, потому что приходится искать какие-то другие места, кроме их сетей. Эти стали дорогущие сети все. Пятерочка, Перекресток, Лента. Все, вроде больше рядом никого нет. Народный этот придурочный далеко гонять. Да и после того, как они охеревали, там не давали снимать, пускай сами покупают, скоты, сволочье, сраное. Все-таки не надо унижаться. Так. Я быстро-то расскажу, что здесь. Это ларьки такие маленькие, на первых этажах квартиры сносят и туда пихают овощные ларьки. Но много из них дорогих. А в некоторых бывают нормальные товары. Вот этот виноград стоил 35 рублей, по-моему. Или 39. Перед этим был такой же зелененький. 29 рублей был даже. Вполне нормальный виноград. И по вкусу нормальный. Я не знаю, что это за сорт. Ну, цена. Ну, тут получилось 32 рубля. По-моему, 39 килограмм стоило. В общем, ладно. Ну, как картошка цена. Ну, зашибись. Морковка. 15 рублей. Она еще мытая была. Ну, просто отлично. Я все ругаюсь на то, что грязная. Она немного мягкая. Но не в хлам уже, еще развалилось. Огурцы, они что-то все пропали, стали дорогущие. Там лежали по 10 рублей. Вот такие вот огромные. Но вроде он не желтый, не сгнил пока что. Но это из огромной кучи. Только вот это пришлось выбрать, маленькое количество. 10 рублей огурцы, килограмм. Помидоры... эти грунтовые называю, не знаю как сорт, были 10 рублей тоже. Ну, это круто, 10 рублей отлично. Да, были перед этим 20, я и то рад был, а тут оказалось вообще 10. Даже за 20, я считаю, цена хорошая для этих помидор. Такие перцы, ну обычные какие-то, ласточка там называют, 15 рублей, в Перекрестке они, по-моему, 40 рублей. Я даже не смотрю, то есть они получаются в 3 раза дороже. Огурцы, это в другом месте, немного вот такие вот, 39 стоили, 39. Ну, надо выбирать, они не все такие, там очень много больших, вздутых, ну, нехороших. Кое-как вот, вот такие вот я нашел. И здесь вот такой он, это из тех, которые дороже, 60 рублей там стоит. Ну, они туда завалились, он более свежий вид, блестит больше. Такой видок у него посимпатичней. Ну, 60 рублей, а, ну, естественно, за 39 они продали. Так. А, еще маленькие помидоры красные, российские, 20 рублей, перед этим они были 30, ну, что тоже считаю, 30 рублей отличная цена. Так, вот такие помидоры мелкие, ну, там были и покрупнее, можно было выбрать волгоградские, по-моему, было написано, они все красные, маленькие, прикольные, что-то солить их, мариновать. Стоили 19 рублей, то есть вообще отлично. Они немного кисловатые на вкус, но вполне нормальные. Это я сказал бы отлично. Ну, на этом все. Всем спасибо, пока. Подписывайтесь, ищите вот такие ларьки, ставьте уведомления. Пока.